Привет всем друзьям, мы с вами продолжаем играть в игру Banished. Как вы видите, у нас пополнение на ферме, теперь у нас 5 коровок. Вот, с курицами, кажется, да нет, и курица у нас добавилась. Отлично, просто отлично. Дело в том, что я немножко, конечно же, промотал время, как я вам и говорил. Вот, за это время я построил вот здесь вот лесничество, чтобы у нас вот на этой лысой территории хоть что-то появилось. Вот, и построил еще один дополнительный склад. Здесь вот тоже, вы видите, яйца носят сюда, куда поближе. Вот, из курятника вот сюда вот все сносится. Я, правда, не знаю, как тут насчет того, чтобы вот отсюда будут ли забирать жители селения, или будут вот сюда вот все-таки ходить. Но это, я считаю, все же лучше вдруг на какую-нибудь, знаете, какую-нибудь, ну, такое ЧП, да, у нас случится, и вот с этим что-нибудь сгорит там, например, да, или рынок сгорит, или еще что-нибудь такое вот может быть, то тогда у нас всегда вот есть запас. Ну и кроме того, вот у нас мини-праздник. Дело в том, что прибыл торговец, и торговец привез нам яблочные семена, семена тыквы и семена пшеницы. Это просто какой-то праздник, я считаю. Настоящий праздник. Вот, и также мне нравится то, что он берет за эти семена все, что мы можем ему предложить. Вот, например, траву мы ему даем, да? Вот, траву даем, мясо даем. Это не те торгаши, которые брали только одеждой. Вот, покупаем, естественно, мы с вами Apple Seed. Сразу же покупаем пшеницу. То же самое за мясо и за все остальное. Так, you are overpaying. Вы переплачиваете сотню. Вот. И покупаем также пару семян, пару-тройку семян. Да что там, десяток давайте возьмем, да? Вот, может, это и много. 333. Но зато у нас с вами мясо дофига, рыбы тоже. Довольно-таки you are overpaying. 170 юнит. Так, давайте поменьше сделаем. Вот, по 18, например. И у нас будут тыквы на Хэллоуин. Так, и давайте вот здесь то же самое, 18 поставим. Но что самое интересное, самое классное, да, я считаю, это то, что у нас будет хлеб теперь. Все равно переплачиваем, да? Ну и ладно. Так, хорошо. Вот это теперь настоящее хорошо. Давайте смотреть. Во-первых, кто у нас есть? Вот, я даже не буду пока что ускорять наших жителей. Вот у нас был садик, огородик. Вот такой вот. Конечно же, это маловато для сада, но, по крайней мере, для начала пойдет, я думаю. Вот, а потом посмотрим, где мы тут с вами можем сделать. Так, еще больше территорию выбрать для сада. Вот, у нас есть 3 работника, 2 строителя. Это отлично. Вот, тогда сразу же отправляем сюда. Ну, тут вроде бы как территория небольшая, да, может быть, пускай один побудет. Так, давайте смотреть Apple. 4 всего, то есть у нас вот так вот 5 фермеров, то есть здесь будет 4, как и раньше. Здесь у нас будет... Будет. Да давайте, наверное, 2, да? Вот, все же 2 лучше. Здесь 4, здесь 2. Вот, и посмотрим. Вот они работают. Я даже, опять же, не хочу прокручивать. Я хочу посмотреть, как сюда придут и начнут росточки сажать. Хотя, может быть, я не дождусь этого. Вот. Ага, вот оно как. Вырыла ямку. Но вы помните, у нас с вами всего-навсего... Что это она потащила? Трейдер. Это у нас торговец. На рынок пошла. Вот, а что ж она там наковыряла-то? Короче. Что-то у них там такое, короче, происходит. Так, ладно. У нас урожай собирается. Еще один теленок появился. Это просто здорово.
пока что мне все нравится. Вот боюсь я только одного, что у нас может быть какой-нибудь природный катаклизм. Вот. И у нас вот эта вот налаженная жизнь, да, которая идет круто вверх, я считаю, пока что. Все превратится, все пойдет прахом, короче говоря. Вот это вот меня немножко напрягает. Так, и раз у нас появилась еще, да, есть возможность еще одно поле сделать, давайте мы подумаем, где мы его с вами сделаем. Вот здесь мы уже делали. Это слишком далеко от селения, вы помните, да? Они просто не успевали. То есть или нужно много людей сюда, на это поле будет вот сюда, чтобы они приходили, успевали все посеять и убрать. Вот, или где-нибудь вот здесь, вот небольшой огородик сделать. Я уже присмотрел, в общем-то, местечко. Вот здесь, естественно, лес я не хочу вырубывать. Здесь просто у нас нет места. Вот. Единственное место, которое у нас есть, это только вот здесь вот. И солнышко вышло. Какая красота, какая благодать. Вот, я надеюсь, что если вдруг, опять же, да, будет какой-нибудь, ну, пожар там или еще что-нибудь, то, по крайней мере, поля не должны будут сгореть. Так, давайте мы посмотрим, насколько мы большое поле можем сделать. Вот, ну, так себе. Вот что-то 15 на 5, да, или 14 на 5, или 13 на 6. Вот такое вот сделаем. Вот, ну и так как у нас уже поздний, вы видите, позднее лето, то, естественно, мы здесь ничего сеять с вами, садить не будем. Я надеюсь, семена не пропадут. Вот, а вот они, наши деревца. Смотрите, прям на глазах растет, здорово. И это из одного-то семечка, да, выросло. Круто. Мне нравится. Здесь еще два вот вырастет. Вот, и можно было бы, конечно, наверное, чуть побольше сделать, да, вот сюда вот. Хотя, может быть, из-за этого, что у нас тут с горочек. Вот, все, у нас сад сформировался с вами, есть сад. Здесь огородик, там огородик. Тут, конечно же, у нас получается такой городок, так скажем, да, не селение с огородами и садами, а все же городок больше. То есть сельхозугодий у нас так себе маловато будет. Вот, придется, наверное, все-таки где-то тут выдумывать. А где, может быть, где-то вот здесь вот, вот сюда, в конечном-то итоге можно было бы все это сделать. Вот, так, ну ладно. У торгаша мы с вами все уже купили. Теперь просто ожидаем, когда у нас закончится дождливый период, пройдет зима. Мне бы хотелось дождаться сбора урожая с нашего сада. Вот, ну и пока здесь у нас идет уборка, мы можем подумать также, чего бы нам еще такого тут эдакого сделать. Кстати, что тут у нас? 76 еще остается. Хорошо. А здесь у нас 89 ресурсов. То же самое. Очень много, я считаю. Да вот, в общем-то, мы можем здесь посмотреть. Металла 9, 60 камня у нас, 12 дров, 291 нарубленных дров. То есть мы подготовились неплохо к зиме, я считаю. Вот, нашему рубщику я поставил лимит 500, потому что жителей у нас теперь больше, домов больше, и желательно, конечно же, иметь хоть какой-то запас. Вот, уплывает довольный торговец. Остаемся довольны мы с вами. И у нас 59 человек. Вот, постепенно, как-то мы тут, как-то так вот постепенно развиваемся, да? Так, ну я думаю, что нам нужно с вами все же посмотреть, где бы тут еще домиков поставить. Здесь у нас квартал, здесь квартал, квартал. Вот здесь у нас
Конечно, такая вот какая-то центральная площадь, да, получилась. Как-то ненароком так. Вот, я думаю, может быть, вот здесь попытаемся втулить, но вряд ли. Да, слишком рядом не получается, да? Вот, здесь ставить тоже как-то... Не хотелось бы, ну тогда вот только вот где-то вот тут вот. Один здесь, второй здесь. Или вот тут, вот с этой стороны, да, такие небольшие. Давайте вот тут, наверное, поставим пару домиков. Так, какой-нибудь покрасивше выберем такой вот. Один. Второй. Вот, кроме того, у нас вот здесь еще может быть небольшой квартальчик. Так, у нас настала практически зима уже, да, вы видите, заморозки. Я так думаю, что мы здесь вот прекращаем работу. Сразу же вот этих наших, кто-то умер. Гербалист. Чё-чё, Гилбертус, the farmer. Фермер. Отдал концы. Вот почему-то, да? Так, нам нужно вот отсюда. Здесь, вы видите, работа продолжается, как ни странно. А вот отсюда нам бы было как-то тут, так вот, как-то отсюда забрать людей. Вот, сейчас мы посмотрим, сработала ли эта идея или нет. Да, здесь вот работает, продолжает работать, даже зимой. И как-то они как-то ходят, смотрите, в безрукавках. Кстати, вот что я хочу, это то, что... Если бы у нас торгаш еще приплыл один разок и нам привез овец. Вот, я бы был бы рад и счастлив. И считал бы, что мы действительно с вами тогда вот все здесь сделали практически, да? Так, у нас появилось много рабочих. Вот, но нам столько с вами и не надо, вроде бы как. Вот это вот мы сейчас, я уверен, по-быстрому сделаем. Вот, 22, 24, 28 из 40. Вот, смотрите, довольно-таки... Я же говорю, что, да, довольно-таки быстро приносят ресурсы, потому что их у нас, ну, относительно много, конечно же. Так, какой-то музыкальный фон такой появился странный. Как бы сейчас чего не случилось. Так, и, возможно, вот здесь вот мы частично сделаем, продолжим строительство домов. Вот буквально чуть-чуть у нас будет селение немножко вот сюда, вот в эту сторону расширяться. Конечно же, я понимаю, что это не центр города, да. Что те, которые будут вот здесь вот жить, будут, наверное, немножко недовольны тем, что они живут в промышленном районе. Вот здесь вот коптящий такой вот элемент стоит. Но что поделать. И здесь, наверное, рынок тогда нужен будет, если мы будем расширять в эту сторону. Поэтому все же, я думаю, лучше вот здесь вот где-то, да? Так, а вот интересно, если мы вот тут поставим с вами домик, еще один он станет. Эх, чуть-чуть буквально, да? Но каплю не хватило нам для домика. Может, какой-то другой у нас тут есть? Да нет, они, в принципе, все одинаковы по ширине. Тут рынок, тут вот буквально берега у нас. Капля берега нам мешает. Окей, ладно. Так, ну что здесь у нас? Ведется работа? Чего тут нам не хватает? А, ну дров, это понятно. Потому что мы с вами строим два дома. Вот, все уже здесь, кроме металла. Чуть-чуть буквально металла нам осталось притащить. Что у нас? Да. А, нет, конечно же, этого металла, потому что мы его на дома использовали. Ждем, когда вот здесь вот наковыряют. Все вроде бы пока что у нас с вами в полном порядке. Мы можем еще больше ускорить время. Дождаться весны и вернуть назад наших работников. Самое главное, не забыть.
поздняя весна, поздняя зима, вернее, и... О, добавляют, добавляют, наносят ресурсов. Так, ну и, в общем-то, я так думаю, что мы можем опять вернуть сюда работников. Так, 4-6 у нас было фермеров. Один работник, два строителя, отлично. Так, корн, да, все правильно. Работаем. Ранняя весна. Кроме того, как вы помните, у нас вот здесь вот еще. Вот, поэтому, извините, поэтому нам нужно также и сюда кое-кого добавить. Давайте мы поставим пока на паузу. Кто тут умер? Stonecutter was crushed by a rock. Скала привалила одного из шахтеров наших. Вот, и он сразу же, тот ушел сюда, да? Поэтому нам придется освободить одного работника. Посмотрим мы, где и кого, откуда еще освободим, потому что... Так, ну у нас форестеров вообще 5 человек. Stonecutter, Miner. Давайте мы, наверное, все же, пускай 2 останутся на шахте у нас. 2 человека на вот этой вот каменной шахте. Вот, зато будет 2 работника, которые нам понадобятся вот здесь вот. Во что бы то ни стало. Погодите. Стоп. Почему я не могу? Я же взял пшеницу. Я же покупал пшеницу. Я точно помню. Вот, но мы с вами можем посадить только корн. То есть кукурузу, да? Непонятно. Странно, непонятно. И не... Может, это поле не для того, да? Давайте взглянем. Так. Это у нас для деревьев. Так и написано. Фруктовые деревья. Вот здесь у нас для урожая, да? Вот кропфилд. То есть здесь все верно. Или у нас семена пропали просто, да, вот получается, что если мы их с вами не засеяли, я могу, конечно же, ошибаться, но больше мне просто ничего другого в голову не приходит. Вот. Мы с вами можем только засеять кукурузу. Вот и все. Странно. Довольно-таки странно, возможно, действительно. Хотя семена могут храниться несколько лет. Может, я что-то не понимаю, ну-ка. Да нет. Вот, к сожалению. Вот мы видим, да, с вами, что, к сожалению. Здесь только вот кукуруза и все. Пшеницы, к сожалению, мы с вами высеять не можем. И также мы не можем посеять тыкву. Ладно. Бывают в жизни огорчения. Но зато у нас сад есть. Срубить, работать, собрать урожай. Ну, естественно, тут у нас деревья-то маленькие, ничего нет совершенно пока что. Работники работают. Так, дальше дома у нас. Где у нас? Дома строятся или нет? Уже? Один уже построился, еще один вот-вот будет построен, как только добудут 6 металла. Вот, начали молодые расселяться. Ну и кроме того, также мы с вами не забываем, что у нас вот есть вот такие вот домики. Пожароопасные, которые во что бы то ни стало нам нужно, конечно же, перестроить. Вот, но зато селение уже, да, будь здоров, такое вот. 59 человек, несмотря на то, что один только что умер, да? Вот, куча кукурузы, буквально куча. Теперь у нас с вами будет и здесь, и там. Вот, коровки. 8 из 8 мне говорили в комментариях, когда будет
превышение коров, то тогда вот излишки будут резаться и будет мясо и кожа. Вот мы видим, что 8 штук их. Когда только появится 9-я, то старенькую, да, режут. Свозят на мясокомбинат, получают кожу. Вот, ну а пока что вот так вот. И курей, вот взгляните, да, просто красота. Сколько курей у нас? 15 из 15. То же самое у нас будет теперь чикен. Куриная грудка. Вот, появились также, мы видим, что вот они, чикен уже есть, да? Появились яйца, появилась куриная эта самая грудка. Да еды полно, короче говоря. Вот, несмотря на то, что у нас большое количество жителей, и еды тоже более-менее так нормально теперь. Я было уже озаботился построить еще один газерхат, ну, собирателей, да, вот где-нибудь здесь. Но вижу, что пока что нам эти самые собиратели не нужны. Но, в общем-то, мы можем потом будем вот здесь где-то поставить их, чтобы ягоды к столу были нашим жителям. Корешки там всякие, да. Вот это, конечно, коряво выглядит. Вот, ну, как выглядит, так выглядит. Что ж тут поделаешь-то? Вот, ну что же, я думаю, что на этом мы, пожалуй, закончим летсплей по Banished. Вот, я даже рад, с одной стороны, что у нас не было никаких природных катаклизмов. Хотя, конечно, это зрелищно было бы, да, какой-нибудь ураган увидеть. Или какой-нибудь пожар. Вот, но мы видим, что, в общем-то, мы с вами много чего сделали. Практически все мы с вами отстроили вот здесь вот. Вот, если мы пробежимся по вот этому, то мы видим, что у нас все есть. Кстати, насчет кладбища, вот здесь вот заполнено оно или нет? Ну, уже, да, 30 из 30. Вот, и что прикажете делать теперь по этому поводу? Интересно. То есть его или нужно расширять, да, или нужно сносить и новое сделать на его месте. Интересно, это можно сделать? Давайте посмотрим. Так, убрать structure. Вот. Как бы это ни печально выглядело, да? Сносить кладбище. Но что поделать? Оно у нас уже полностью заполнено. Переполненное кладбище, поэтому, конечно же, нам нужно или расширять, добавлять, или вот это вот сносить и на его месте новое делать. Вот, посмотрим. Посмотрим, это довольно-таки интересный вопрос. Вот мы видим, что начали вроде бы как оградку сносить тут. Может быть, я не прав, да? И нужно как-то было по-другому тут его добавить. Ну, по крайней мере, ограду снесли, да? Вот. А если мы теперь вот в таком вот состоянии добавим сюда? Так, ну, может быть, да, добавить... Можно. В общем-то, мы можем продлить его, да, вот. Вот так вот получается, или как? Ну-ка, давайте мы посмотрим. Вот как-то вот так вот, да? А, так. То есть нам пишут, что нельзя сюда поставить кладбище, потому что вот, ну вот это вот нужно все же сносить. Походу, или... Или мы его снесли, да, но вот это вот все равно остается. То есть точно так же, как и шахты. То есть нам нужно просто добавить тогда вот сюда вот кусок. Я так подозреваю. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас тут. 3 работника, 1 строитель. Вот так вот сделаем 2 и 2. И я не вижу, да, чтобы сюда кто-то прибегал. Скорее всего, так оно и будет. То есть нам нужно просто дополнительно добавлять. Ну что же, тогда будем добавлять. Ну а что делать-то? Вот, к сожалению, нельзя где-нибудь на горе его сделать, да, чтобы сельхозугодья наши не пострадали.
Ладно, тогда вот так вот. Вот так и вот так. Придется вот так вот побольше его сделать. 50 камня. Это старое, это новое. Так, стоп. У нас что, поздняя осень? Мы можем убирать отсюда уже работников. Свободно. 8 фермеров. Здесь мы тоже все убрали. Вот, 8 работников, 2 строителя, вот так вот. 5 и 5. Да даже мы можем частично с вами вот сюда вот добавить. Пускай там ковыряют. Так, builder, laborer, blacksmith, miner. Вот. 2, давайте, 3 из 3. Посмотрим. Так, это что такое? Кто там побежал? Без работы. Три здесь у нас. 4. То есть вот так вот, да? 3 теперь без работы. Да как так? Давайте еще раз смотрим. Так, майнер 6. У нас здесь у нас 3, здесь у нас 3 и вот так вот, да? Вот. Шесть теперь безработных. Трое из троих. И здесь у нас... А, здесь у нас карьер. А здесь у нас... Вот что у нас, да, все правильно. Вот так нужно было сделать с самого начала, конечно же. Так. Дома сделаны, сразу же сюда переехали жители. Дальше у нас кладбище. Будет делаться. Вот у нас уже камня притащили, да, практически 50 штук. Вот, ну и дома мы будем с вами перестраивать, вот эти вот постепенно. Вот здесь у нас проживает, вы видите, кузнец. Сразу же его вот так вот быстро разбирает, потому что у нас работников много. Вот, ну что же, тогда я буду на этом... Погодите, хотел я сказать, что буду прощаться с вами. Давайте мы посмотрим, что нам притащил шип. Вот, вот теперь вот уже... Вот теперь то, что я говорил, да? Вот, мы с вами берем, обязательно берем как минимум 2 овец. Посмотрим, что мы можем выторговать. Отлично, даже еще и остается. У нас довольно-таки много. Может быть, давайте... Так, ну, 4 у нас не получится, но, по крайней мере, 3. Вот, вполне мы можем с вами взять 3 овцы. Покупаем. Так, хорошо. Где-то здесь вот. Ну, раз у нас тут уже начались овчарни, вот такие вот, да, фермы, то где-то здесь мы небольшую такую, хотя небольшую, зачем нам небольшая? Небольшая там будет всегда мало, да? Нам нужно где-то побольше сделать. Вот, но леса не хотелось бы вырубывать, вот как-то, даже не знаю. Вот, ну, здесь по-другому никак не получается, только вот здесь вот. Только вот тут вот. Все остальное у нас везде занято. Здесь я не хотел бы ничего вырубывать, это точно. В общем, только здесь у нас овчарня получается, поэтому мы ее с вами делаем. Овец туда переводим. Так, вот как-то давайте такой вот... Вот какую-то вот такую вот большую, да?
10 на 17. А нельзя ли еще больше? Только вот, вот так вот отступить. Как-то. Вот. И нам нужно как-то вот так вот развернуть. Вот, вот так. Я считаю, 17 на 15 вполне. Вот, жаль, конечно же, куска леса, но что поделать. Зато у нас здесь будет овчарня. Здесь будут у нас теперь и теплые вещи для наших жителей. Вот, если, конечно же, чего-нибудь такого плохого не случится, да, что-нибудь не загорится. Вот, ну, я так думаю, что тогда у нас будет еще с вами одна часть. Вот, все же хотелось бы, да, посмотреть, как у нас с теплыми вещами. И хотелось бы вот достроить уже вот это вот. Не бросать наполовине. Посмотреть, как у нас будут развиваться овцы. Как мы с сада будем с вами собирать яблоки. Вот, поэтому у нас будет с вами еще одна часть. Я на этом с вами, пожалуй, буду прощаться. Всем удачи. Всем пока.